Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что в Самаре продолжается прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан ведут Департамент опеки в понедельник и среду с 9 утра до 5 вечера по адресу улица Куйбышева, 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. Ярмарка кооперации крупных предприятий и субъектов малого и среднего бизнеса состоится на площадке регионального центра «Мой бизнес», сообщает телеграм-канал администрации Октябрьского района Самары. Участники события смогут презентовать свои товары и услуги, узнать о потребностях промышленного гиганта и воспользоваться возможностью стать поставщиком компании. Ярмарка пройдет 24 июля в 15:00. Лето – период повышенного внимания к безопасности детей, напоминает телеграм-канал администрации железнодорожного района. Мы по привычке открываем окно и забываем о том, что оно представляет опасность для ребенка. Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Уберите от окон стулья и другую мебель, которая облегчит ребенку доступ к высокому подоконнику. Открывайте окна при детях только в режиме проветривания. Помните, что антимоскитная сетка – иллюзия безопасности.